Здравствуйте, 16 мая, 6 лунный день. Созвездие Бархасвать, день статики ветра с элементом дерева. День для священнослужителей. Благоприятный для обучения высшим знаниям, давать наставления, принятия учения, обеты, медитации, размышления о смысле жизни, печатание книг, дальнюю дорогу, создавать лекарства. День благоприятен для людей, родившихся в год тигра, зайца, змеи, курицы. Неблагоприятен годам коровы, драконы и овцы. Стрижка волос к улучшению внешности. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески, духовно богатым, без стремления к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. В йогинском дзене состоится хорал «Таван Харюга» для устранения препятствий из глаза. Начало 9 часов утра. Этот месяц священный, великий учитель Будды Шакьямуни родился, достиг просветления, ушел паранирвану. Поэтому в честь уважения необходимо вести себя достойно, принять обеты бодхисаттвы, воздержаться от мяса, алкогольных напитков, половой распущенности и тому подобные слабости. Старайтесь контролировать тело, речь и ум. Больше проводить время в размышлении, медитации на основе текста «Ламрим. Путеводитель жизни».